Почему мне все время говорят, что там красная таблетка — депрессивная книга? На мой взгляд, она вообще дико драйвовая. То есть, оказывается, все, из-за чего я мучился, было ерундой. Это офигенная новость. Оказывается, что все, чего мне надо, вообще рядом. То есть не надо ходить, не знаю куда, что искать, не знаю что. И сейчас я говорю тоже вроде бы абсолютно депрессивную вещь. Ну как? Розовые единороги отсутствуют как класс. Не будет вам интересной работы, окстись. Да, там, да, хватит вам вообще надеяться на хорошее. Только арбайтен и арбайтен. Ну, может радовать это? Вот меня реально радует.